Всем привет, ребят. Ну что, решил еще записать вам видосик. Потестируем сейчас скин Повелителя Бури. Я его получил. Также мы получили новый талантик. Талантик, честно скажу, говно. Почему, будет отдельный видос. Я буду на китайке выбивать новые таланты и тестировать их. И, соответственно, вам покажу, что нужно, что не нужно, почему и как. Так, окей. Ну что, поехали. Вот так вот. Это просто жесть. Вот так он теперь, ребята, у нас выглядит. Давайте его сейчас. Так. Отдельно где-то вынесу. Вот, отлично. Короче, в каких-то, блядь, трусах. Поехали, посмотрим действие на него. Ну, вот так вот он летает. На фею теперь больше он похож, а не на Повелителя Бури. Изменили у него скин, как видите. Талант, точнее, действие его. То есть он смотрится теперь совсем по-другому. Вот так вот он фигачит. Ну, не знаю. Ну, такое, конечно, прикольненько, но... Мне кажется, все-таки Буря в обычном... Види был намного лучше. Не знаю, что там они курят. Но, блин. Вот это вот смотрелось как-то поярче. Вот посмотрите, разница, да? Да, понятно, это как бы усовершенствование, все дела. Но, блин. Это мне больше нравится. Вы напишите в комментах, как вам нравится новый облик или нет. Что вы думаете по этому поводу. Облика Седны у нас, к сожалению... Ну, тут вот, вот видно, что Повелитель Бури вот красиво смотрится. Зачем было это делать? Ну, не знаю. Лучше бы они изначально тот сделали, а потом вот этот вот вторым новым скином. Ну, такое вот изменение у нас. Чего не поделаешь. Можно, в принципе, назад вернуть. То есть, это уже дело лично каждого. Добавляет 400 атаки, 10 тысяч жизни. В принципе, не так уж и много. Дальнейшие прокачки я вам уже показывал, 10-е скины, что они дают, то есть там все по стандарту идет, поэтому вот так вот. Так, я еще не забрал, кстати. Дали нам вот такую вот смешную, набор одного самоцвета, компенсация, ну посмотрите, ну это просто смешно. 50-ка орденов, тут опыта, по-моему, 50 или 80 тысяч будет. За один самоцвет. Ну, спасибо. Типа, мега бонус. Так, поехали. У нас есть акция. Давайте пооткрываюсь. Ну, сегодня есть акции. Я их не забирал еще. Ну, в общем, такой вот скин, не знаю. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Так, давайте сначала пойдем посмотрим. Заработай на героях. Это будет более интересно. Что там нам упадет. Короче, начало дня сегодня веселое. Постараюсь вам еще запилить кучу информативных видосов. Я и так, в принципе, вам уже все показал. Нового героя запишу, как я его буду собирать, все дела. В общем, он выпал мне очень дешево, скажем так. Кстати, нового героя можно получить еще отсюда, если переролить 777. Так, 10к, ну, это я потом доролю. Открою сейчас сундуки, посмотрю, что здесь еще, может, что-то упадет. В общем, вот такая вот обнова, не знаю, мне нравится. Начало сегодняшнего утра, в принципе, очень прикольное. Как видите, куча видосов сразу у меня вышла. Сейчас немножко делами займусь и дальше приеду, буду вам пилить видосы. Но обнова действительно интересная, достойная. Нету какого-то имбового героя, да, там, он имба в PvP. А в остальных режимах я уже показал, он так себе. Посмотрим, еще потестируем. Изменений куча, интерфейсов куча всего. Увеличили количество на складе всего. Точнее, не на складе, а в хранилище. Там значки почета единственное почему-то не увеличили. Странно, Тессу получили. Хотелось бы этого. В принципе, изменения в плюс. То, что сила у нас выросла. Как видите, я получил мифа уже, не прокачивая там еще особо героев. 5 осколков капитана Рогатки, нифига себе.
Вот это вы удивляете, ребята. Первый раз, в первый же день дают в акции его и дают... Даже скин дают в акции в первый же день. Ну, реально постарались, красавчики. За это отдельное спасибо, потому что я всегда возмущался, что выходит обнова и ни хрена не добавляют до выходных. А тут просто сегодня удивили. Ну, такой вот сегодня у нас день. Так. Дар жизни я вам покажу обязательно. Ну, честно говоря, талантик этот никакой. Почему? Вы тоже увидите королевы гарпий. Ну, а так, в принципе, все как обычно. Сейчас пойду, как раз приеду, буду пилить обнову уже на английском серваке. Но там акции уже обновились. Надо будет вам залить новый видосик. Там тоже топовый герой у нас за очередных $10. То есть там, по сути, за 100 баксов мы собрали такой алтарь, что на русском сервере, там даже на китайке не снился мне. Ну, из-за этого там как бы не особо интересно играть, потому что там все добивается, особенно с донатом, очень быстро. Такс. Ну, неплохо самиков еще дали. Надо будет докрутить сегодня героев. Сегодня день капитана рогатки, однозначно. Так, отлично. Забираем награды отсюда. Ну, не знаю, такое себе. Честно говоря, этим скином не сильно впечатлен. Талантик сделали там анимацию, конечно, интересно. Но так вот, капитан рогатка еще у нас. Но, не знаю. Как-то вот так вот. Выглядит, конечно, он смешно. Не знаю, что они дальше думают. Мне он больше теперь похож на Огнекрыла какой-то части. Ну, не знаю. Такое себе, не знаю. Мне он не нравится, например. Ну, давай. Короче, такое. Анимацию, конечно, сделали скиллу, но предыдущая, вот, Повелитель Бури, вот именно предыдущий его скин, скажем так, облик стандартный, ну, намного круче выглядел. А сейчас просто, ну не то. Надеюсь, ну, у нас всегда так. Один облик офигенный, один облик не очень. Надеюсь, что Седна будет интересная. Судя по анимации, какую они сделали, оно реально кайфово смотрится. Ну, смотрится, конечно, скилл. Красиво сделали там все дела, но сам скин, не знаю. Такое что-то сделали, но мне больше реально фею напоминает. Фиячит той палкой. Ну, как-то вот так вот. Надо будет определиться, поставить вторые талантики ему. У меня Повелитель Бури собран на атаку. Сейчас на атаку, да, еще хочу. Возможно, порочный... плюс одну клетку, возможно, сделаю. Да, поставлю рвение сюда. Что у меня тут замедление есть, пока не буду трогать. Что у меня там? Рвение, по-моему, было свободное. Да, есть еще. Я брал талантик не особо, но на Повелителе Бури интересно будет это все посмотреть. То есть вот так вот, ребят, не знаю. Обнова вроде кайфовая, но есть много плюсов, есть много минусов, как обычно, это мы увидим. Такой вот герой. Ну, я не знаю. Да. Смотришь, вроде интересно, с другой стороны... Все-таки его предыдущий облик как-то был поприятней. Вот, похож он на Повелителя Бури. А вот это классика, короче. Классика намного круче. Лучше был бы он изначально такой, а потом превращался в Повелителя Бури. Ну, а так у нас Дед Мороз очередной. И тут ничего не сделаем. Разработчики, как обычно, то ли что-то курят, то ли что. Я даже не знаю. Но меняют нас это все. Единственное, что порадовал, действительно, сегодня хрустальный сундук и новый талантик с него. Вот это вот действительно порадовало. И мы будем трешевать, выбивать, качать. Блин, где этот талант? Талант уже пропустил. Вот он. Дар жизни. Не знаю, посмотрим. Ну, он дает увеличение жизни там. Ну, честно говоря, не ахти.
Вот так вот, ребят. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Ссылочка на телегу в описании. Все есть, там выходят, если вы пропускаете какие-то видосы, я туда все скидываю. В общем, вот так вот. Всем удачи, всем пока.